Аксель. Ах, Суэль! Скольких людей ты уже выбесил? Да вы что, гоните? Никого я не бесил. А, почти всех. Почти всех. Это что, Стёп? Пока что да. Да. Здрав будь, народ. Я кинокочевник. И это мое всего лишь мнение. Тема возвращать когда-то популярные франшизы уже далеко не новая. Одни студии делают перезапуски, другие же снимают прямое продолжение фильмов, о которых уже, наверное, мало кто помнит. И в тех, и в других случаях зачастую бывают просто мощные провалы. Как в плане кассовых сборов, так и в восприятии аудиторией. Но бывают случаи, когда, допустим, прямое продолжение фильма, который вышел бог знает когда, получается вполне себе неплохим. И полицейский из Беверли-Хиллз Аксель Фоли или полицейский из Беверли-Хиллз 4, как раз из числа вторых. Первая часть вышла в далеком 1984 году и сразу получила признание критиков и зрителей. При бюджете в 15 мультов картина собрала 300 миллионов, а заглавный саундтрек от композитора и музыканта Харальда Фальтермайера и вовсе стал без преувеличения легендой. Большинство меломанов, проживающих на территории бывшего Советского Союза, знают про этот трек благодаря клипу про спятившего земноводного. Правда, сама картина получила только номинацию премии «Оскара» за сценарий, но карьера Мёрфи тут же взлетела. Он, конечно, и до этого был известен благодаря постоянной роли в комедийном шоу «Субботним вечером» в прямом эфире, но именно детектив Аксель Фоули вывел Эдди на вершину кинематографа. Подумать только, а ведь эту роль хотели дать Сильвестру Сталлоне, Арнольду Шварценеггеру, Курту Расселу, Робину Уильямсу, Брюсу Уиллису, Черному Нуару, Джону Траволта, Микки Рурку, Харрисону Форду и Роберту Де Ниро. Разумеется, после такого не снять продолжение было самым настоящим безумием. Так подумали боссы Paramount и выкатили вторую часть, которая обошлась на 5 лямов дороже, но собрала на 16 лямов меньше. В целом, сиквел держал планку, которую поставила первая часть. Он был веселым, задорным, но вместе с этим еще и копией первой части, что, как по мне, не всегда плохо. Не раз мною упомянутый Кевин МакАлистер тому доказательство. А вот с третьим фильмом студия уже мощно лажанула. При бюджете уже в 70 миллионов триквел принес 119. А поскольку к моменту 1994 года Эдди Мёрфи уже был большой звездой, то я готов поспорить, что именно он-то и отхватил большую часть бюджета. Хотя лично я не решаюсь назвать третью часть провалом, но критики и зрители еще до меня высказали свое мнение. А ругали ее практически за все. Даже наличие Джорджа Лукаса не спасло фильм. Снять четвертую часть хотели еще с середины 90-х годов под руководством продюсерской компании самого Мёрфи. На протяжении многих лет к работе присоединялись разные режиссеры и сценаристы. Но фильм все-таки попал в производственный ад, в котором жарился вплоть до апреля 22 года, пока Джерри Брукхаймер вдруг не решил во все это дело вляпаться. И присоединиться ко всей этой тусовке согласился его голубейшество, его светлейшество Netflix. И ставка в принципе сыграла. Как сыграла? Примерно на 5-й минуте зрителю показывают весьма вялую и скучную погоню, которую временами разбавляют просто скучными шутками от стендапера со стажем Эдди Мёрфи. Момент пытается как-то развлечь, но получается не очень. Билли Розвуд, зная Фоули аж 40 лет, почему-то не подумал, что Аксель захочет влезть в расследование о коррумпированных копах, а потому отправился в опасную вылазку, предварительно не сообщив Фоули, куда направляется, чтобы тот хотя бы знал, где искать. Как профессионально. Любимого миллионами заглавного саундтрека тут, ну вот прям совсем чуть-чуть. Отсутствует интрига в лице главгада фильма. Еще в трейлере показали Кевина Бейкона, и сразу было понятно – это злодей. Вот если бы в фильме был бы какой-нибудь сюжетный поворот, где вдруг оказалось, что все это время Люцифер руководил откуда-то из тени перевозкой и продажей всякого запрещенного, а Кевина Бейкона –
выдавали бы за антагониста, то я думаю, что это выглядело бы куда лучше. Также отсутствует фирменный смех Акселя, который сопровождал этого героя весьма долгое время. Да и сам Аксель уже как будто получил титул легенды Детройта. Его каждый бомж в городе знает, что, если честно, тупо. Просто тупо. Зато в фильме имеется тонна юмора. Да, я выше уже говорил, что в первой сцене погони шуточки были такие себе. Но незадолго до и уже после было весьма местами забавно, а местами откровенно весело смотреть на то, что вытворяет главный герой. Он стебет окружающих и стебется сам. Выдает шуточки на тему цвета кожи, что просто пипец как смешно. Раз за разом просто пудрит всем окружающим мозги и делает это ровно так же, как делал это в предыдущих частях серии. Смотришь и такой: «Да, я узнаю этого парня, это же Аксель Фоули, помните такого?» Безумно круто и то, что к своим ролям вернулись и герои из предыдущих частей. Не все, а только те, кому, как я понял, позволило здоровье. Это добавляет нотку ностальгии в фильм. Как я уже выше говорил, оригинального саундтрека тут, можно сказать, и нет. Но это не значит, что музыки нет вовсе. Тут есть саунд, причем в стилистике первых частей, только в усовремененном исполнении. И никакого хип-хопа или рэпа, которого так любят нынешние киноделы пихать по поводу и без. Стоило хотя бы одному черному человеку появиться в фильме, как тут же за ним последует хип-хоп. Не то чтобы я негативно относился к рэпу или хип-хопу, но ни одному кажется, что это уже становится стереотипом. Тут этого можно смело сказать и нет. Ну, разве что в моменте. Далее, у Акселя есть дочь. Просто примите это как факт. И не важно, что на момент действия третьей части ей было уже 2 года. Или 1.5. Тут все зависит от месяца пребывания Акселя в парке развлечений. Ладно, не важно. Короче, это, на мой взгляд, одна из лучших линий фильма. В наше время уже классических персонажей, коим без преувеличения является Фоули, пытаются заменить на молодых и радикально противоположных. Самый яркий тому пример – вышедший в прошлом году «Индиана Джонс». Попытка не засчитана. В этом фильме Аксель и Джейн прекрасно друг друга дополняют. Они как будто действительно нерадивый отец и злая на него дочь. Постоянно выясняет отношения. Просто прекрасная химия. Мне очень понравилось. Как и в предыдущих частях серии, тут есть экшен. Непонятный липок в начале фильма я уже упоминал. Погоня на грузовике уже в третьем акте выглядит куда лучше и смешнее. Эта часть фильма как будто исправляет начало. Было действительно весело, а полет на вертолете, показанный еще в трейлере, еще веселее. Что я могу в целом сказать про этот фильм? Именно так должны возвращаться классические персонажи. Хотя, погодите, давайте еще раз. Именно так обязаны возвращаться классические персонажи. Картина отлично смотрится, смешит и развлекает. Тут не пытаются подсунуть какой-то новомодный тренд. И создатели бережно относятся ко всей серии, не игнорируя даже самую провальную часть. Даже Кристоферу Макдональду в роли шутера МакГевина выделили камео, как в свое время дали Джорджу Лукасу, Дэймону Уайнсу и Крису Року. Правда, не все из них тогда были популярны, как сейчас. Но зрителю показывают, что это тот самый Беверли Хиллз. Да, в нем многое изменилось, но он все тот же, как и сам Аксель. Не знаю, что будет в уже заявленной 5-й части. Наверное, Акселя столкнут с кем-то более молодым, сильным, быстрым, энергичным и похожим на него в молодости. Но я буду ждать. Самое главное, чтобы киноделы не облажались. Всем пока. Что за хрень? Кто же это? Фоули? Вы сказали Фоули? Фоули, ты украл гребаный вертолет? Я не рассчитывал, что ты не умеешь водить вертолет. Я бы придумал что-нибудь поумнее. Я говорил, что это плохая идея. Ой! Ай!